Порой от чуда нас отделяет всего один шаг. Этим чудом на Черноморской ривьере является резиденция «Крымский бриз». Раскинувшись на 20 гектарах Лименской долины, она манит, восхищает и влюбляет в себя с первого взгляда. Стоит ступить шаг на территорию резиденции, как голова начинает приятно кружиться от запахов хвои и аромата цветов. Бережное отношение к природе в резиденции чувствуется сразу. Передвижение по территории только на электрокарах, адекватное использование водных ресурсов. Не зря резиденция является обладателем премии лучшего эко-отеля России. Всю огромную территорию резиденции «Крымский бриз» соединяют уютные дорожки, теренкуры, что с французского переводится как «тропы здоровья». Они тут продуманы таким образом, что даже в пик сезона гости во время прогулок лишь изредка встречают друг друга. Извилистые теренкуры змейкой ведут через многолетний хвойный лес прямиком к морю, где раскинулась шикарная набережная. По вечерам здесь можно неспешно прогуливаться, слушая шум прибоя и крики чаек. Это ли не настоящее счастье? Да, это оно. Счастье здесь, на Черноморском побережье, в резиденции «Крымский бриз».